Хочу сделать еще один небольшой обзорчик, минут за 5, механического мода Stingray Clone на батарейку 26650. То есть очень большой, очень вместительный заряд, надолго хватает. Но опять же, как и у всех мехмодов, по мере того, как батарейка садится, естественно, падает напряжение. Здесь у нас кнопочка регулируемая. Если батареечка, чтобы подошла, можно его отрегулировать. Здесь у нас колечко, чтобы не нажималось, чтобы можно было поставить куда-нибудь. Резьбы очень хорошие, может быть, я их разработал. Наверху у нас 5-10 соединений с металлической крышечкой. Возможно, она сделана под воздуховод. Тоже все регулируемо. Вставляете атомайзер, крутите вот эту штучку. От первую для того, чтобы сел атомайзер хорошо, вторую для того, чтобы было соединение с батареечкой. Ну, сами видите, батареечка не маленькая. Я использую FS красненькую. Закручиваем. Внизу закручиваем. Ну и что же еще мы можем поставить на это, как не что-нибудь такое, 28,5 мм. Топ. Да. Называется The Topf Eti Atomizer. Ну, Eti не знаю, это фирма. А The Topf, слышал, что перевод означает Taste of Beverly Hills. Так ли это на самом деле, не знаю. Но кнопочку очень тяжело нажать, если вы не четко посередине, то есть если вот сбоку. Она не нажимается. Четко посередине. Оп. Кнопка магнитная. Можно сделать пружинку, но у меня были магнитики, я поставил магнитики. Давайте попробуем, как она парит. То есть парит достаточно хорошо. Но таскать такую штуку, конечно, не всегда удобно. Если вы где-нибудь за компьютером сидите на работе, тогда, наверное, можно. Ну, каждый раз тоже закрывать не очень удобно. Если под своим собственным весом, кнопочка все-таки нажимается в большинстве случаев. То есть, ну, хотя вот я магнитики поставил, уже, наверное, получше. Я поставил 3 магнитика от Nemesis. И вроде оно так вот, если не дергать, то не соединяется. Так что, в принципе, тоже можно поставить. Сейчас попробуем. Да, нормально. Раньше она у меня включалась. Так что вот он обзор. Рекомендую ли я эту штучку? Наверное, нет. Очень большая. Громоздкая, тяжелая. Наверное, ну, полкилограмма, наверное, точно. Ну, вот такая штучка у меня есть. Спасибо за просмотр.